Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько очень прикольных, полезных и необычных товаров сайта Banggood. То, что я вам покажу, оно вам очень понравится и, возможно, даже пригодится. Все ссылки, как всегда, в описании под роликом. И по традиции в конце будет конкурс. Долго затягивать не будем, приступаем к просмотру. Начну я с вот такой портативной машинки для стрижки. Ее еще можно использовать как триммер, из-за того, что на самой машинке есть регулировка расстояния лезвий для стрижки от 0,8 мм до 2 мм. Лично меня подкупило то, что она портативная и работает от одного аккумулятора 18650, и никакие провода не будут мешать при стрижке. В комплекте идет провод для подзарядки аккумулятора, если он разрядится, что также является плюсом. Ее можно брать в любые поездки и командировки, так как в ней есть еще одна неоспоримая фишка, кроме самой работы от Акума. Это то, что этот же аккумулятор можно зарядить USB кабелем. То есть заряжать ее можно от прикуривателя в машине, от любого переходника и даже от пауэрбанка. Во всем остальном обычная машинка стрижет нормально, вы сами можете убедиться. В комплекте помимо машинки идет 4 насадки для стрижки 3, 6, 9 и 12 мм, кабель питания от USB, щеточка для очистки машинки, масло для смазки лезвий, инструкция и сама батарея 18650. Кстати, насчет лезвий, они по заявлению продавца керамические и вроде да, из керамики. Я время зарядки Акума не замерял, но на сайте пишут, что 3 часа, а на полном заряде аккумулятора машинка по заявлению будет работать 120 минут, то есть 2 часа. Работает она тихо, тут претензий нет. Сняв часть с лезвием, не зная, как оно правильно называется, увидел, что внутри все очень хорошо смазано, так что с этим проблем тоже нет. Если приглянулось, то ссылки я оставил в описании. Далее у нас будет прикольный ночник с функцией часов, градусника, двух будильников с прикольными озвучками, подсветкой и даже с небольшим зеркальцем. Сделан такой ночник в виде какой-то зверюшки, думаю, детям понравится. Дисплей сделан как зеркальце, и когда часы в состоянии покоя, можно заменить ими обычное зеркало. Отображение времени на экране видно хорошо, и также снизу под временем у нас есть отображение температуры. Можно поставить обозначение в градусах и по Цельсию. Постояв несколько дней у меня на полке, температура упала на несколько градусов с 25 до 23, хотя по ощущению было прохладнее, так что не уверен, что датчик показывает идеальную температуру. Есть подсветка внизу ночника, думаю, ночью многим пригодится, а также два будильника, которые можно настроить под разные звуки рингтона. Чтобы выйти из состояния покоя, нужно или дотронуться к ночнику, или похлопать возле него. И сразу ночник покажет вам время и температуру на протяжении 10 секунд. После истечения времени экран гаснет. Настроить ночник на то, чтобы часы светились постоянно, у меня не получилось. Экран постоянно тухнет через 10 секунд. Настройка данных ночника не займет у вас много времени, и в этом нет ничего сложного. Настройка производится нажатием двух боковых кнопок с левой стороны, а кнопками справа вы выставляете верные конфигурации. Кстати, сделан ночник из хорошей пластмассы. Я бы не сказал, что китайщина, и к сборке претензий нет. А дальше я вам покажу вот такой вот крутейший плазменный шар. Это стеклянная колба, заполненная смесью инертных газов с источником высокого напряжения, расположенным в центре. Изобретение Николы Тесла запатентовано в 1894 году как плазменный источник света. В наши дни, благодаря своему удивительно красивому световому эффекту, используется как декоративный светильник. При включении в сеть плазменного шара вы увидите разноцветные молнии, которые исходят из центра шара и заканчиваются на стеклянных стенах шара. Работа плазменного шара заключается в том, что внутри герметично закрытой стеклянной сферы есть электрод, на который постоянно попадает переменное напряжение, а молнии в сфере образовываются от свечения инертных газов, которые наполняют ее. В зависимости от смеси газов молнии приобретают цвет от ярко-фиолетового до голубого. Уверен, таким шаром можно заворожить не только детей, но и всех взрослых. Вряд ли кто-то из них видел что-то подобное. Если вы захотите дополнить интерьер чем-то прикольным и неординарным, то думаю, такой шар будет интересным вариантом. Жаль, что он не работает от батареек, а только от сети. Да и то, вам будет нужен переходник под нашу розетку, так как вилка китайская. У продавца можно заказать разные размеры шара, от 4 дюймов до 8. У меня вроде 4-дюймовый шар. Цена такого чуда 1906 рублей, а шар на 8 дюймов 2700. Для подарка дитю, думаю, ничего круче не найти.
А вот еще один необычный ночник. Это яркий ночник проектор «Радуга». Это необычная вещица. Приходит в фирменной коробке и работает от 4 батареек 3А. Он безопасный, гипоаллергенный, приведет в восторг детей любого возраста. Он светится с 7 разными цветами или только одним, в зависимости от вашего желания. Производитель побеспокоился о том, что в темноте глаз не сразу привыкает к большой яркости, поэтому радуга после включения появляется постепенно, увеличивая яркость с нуля до определенного комфортного уровня. И также при выключении плавно тухнет. Второй режим еще интереснее. Радуга появляется постепенно и по одному цвету, один за другим. А при выключении также по одному цвету исчезает, плавно затухая. Приближая или удаляя ночник радугу от стены, можно регулировать размер изображения на стене. От 40 см до хоть на всю стену. При увеличении радуга еще больше захватывает воображение, словно попадаешь в волшебную страну. Через 10 минут прожектор автоматически выключается. В качестве светоизлучающих элементов использованы светодиоды, а как известно, срок их службы измеряется десятками тысяч часов. Использовать такой ночник желательно в темное время суток или в темном помещении, иначе радуга будет менее яркой. Умная смарт-лампа от подразделения Xiaomi, которая позволяет выбрать один из 16 миллионов оттенков цвета для освещения вашего дома. Управление лампочкой осуществляется дистанционно через приложение на телефоне. Она годами будет добросовестно освещать ваш дом, так как срок ее службы свыше 11 лет. Xiaomi усовершенствовали эту лампочку, благодаря чему стали возможными функции яркости и дистанционного управления. Для обеспечения безопасности они использовали специальные технологии – молния защита, защита от перегрева и перегрузки. Патрон у лампы стандартный E27, и использовать его вы можете где угодно. Определенная температура и яркость лампы помогут повлиять на работу мозга и помогут вам сосредоточиться во время работы или успокоиться, снять усталость, улучшить сон. Потоковый режим лампочки как нельзя лучше подходит для создания романтической атмосферы. В этом режиме оттенки плавно перетекают из одного в другой, медленно изменяя освещение в комнате и всякий раз представляя вашу вторую половинку в новом для вас свете. В общем, применять ее можно где угодно. Чтобы подключить лампу к смартфону, нужен Wi-Fi и приложение на телефоне. Я пользуюсь приложением от разработчика E-Lite. При подключении все интуитивно понятно. Сначала подключаемся к лампе через Wi-Fi, потом подтверждаем свою сеть Wi-Fi, через которую будете взаимодействовать с лампой, и все, можно пользоваться. Приложение для управления лампой есть и для Android, и для iOS. Что же касается мощности, то она составляет 10 Вт 800 люмен, освещение от 1700 до 6500 кельвинов. Мне лампа очень понравилась, она очень классная и видно, что сделана качественно. А призом конкурса у нас будет 200 рублей на счет мобильного телефона. Чтобы принять участие в конкурсе, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите, какой товар вам понравился и какой вы бы хотели купить. Жмите на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Спасибо, что смотрите. Всем пока!